Источник в телевизионных кругах рассказал о смерти от инсульта Светланы Софиевой, которая якобы ждала ребенка от российского певца Филиппа Киркорова. Об этом сообщает Супер. Как отмечается, в ноябре Софиева была участницей одного из выпусков ток-шоу «Прямой эфир» Андрея Малахова. Она утверждала, что тайно видится с исполнителем, однако впоследствии выяснилось, что она страдала от заболевания сложной беременностью. Последние месяцы она провела в больнице. Ранее сын Высоцкого сбежал с «Пусть говорят», устав от новых родственников.